Продолжается сбор гуманитарной помощи для отправки в зону проведения специальной военной операции. Серебряные волонтеры передали депутатам окружного совета от «Единой России» теплые вещи для военнослужащих. 180 снудов, 40 пар теплых носков и шапок, 10 строп. За все время из Одинцова направлено уже 2,5 тонны необходимых вещей. Партийцы обеспечивают волонтеров сырьем и оборудованием. Добровольцы работают посменно. Кто-то шьет, кто-то раскраивает ткань, кто-то упаковывает готовые изделия.